Если мы полностью им, грубо говоря, обрежем, они не смогут ремонтировать сети, износ до 70% и так далее. 8-9% то, что они называют, тоже нужно разбираться, куда эти деньги пойдут. Но вот последнее заявление Владимира Владимировича о том, что рост тарифа не должен быть более 4,5%, насколько мне помнится. Лично я бы очень хотел, чтобы это вообще вылилось в какой-то документ,